21 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии подачи питьевой воды в Гёйгёль. Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что проект прокладки нового водопровода в город Гёйгёль был реализован в 3 этапа. Глава государства был проинформирован о том, что эта линия будет непрерывно обеспечивать чистой питьевой водой жителей не только города Гёйгёль, но и сел Тогана, Чайкент, Енизот, Гёйчакент, Михайловка, Гаджикент, Ашиглы. Потенциальная мощность установки позволит с учетом прогноза роста населения на 2031 год полностью и бесперебойно обеспечивает 29 тысяч человек городского населения 72 литрами воды в секунду и 10 тысяч человек сельского населения 18 литрами воды в секунду. Президент Ильхам Алиев открыл проложенную в город новую водную линию.